Замерзающий Херсон отогреют российским газом. Владимир Путин распорядился о локальных поставках топлива с территории Крыма на Украину. За помощью к российскому президенту обратился мэр города Геническ Херсонской области. 1 января в сильнейшие морозы его жители остались без тепла. Украинские власти попросту забыли или не захотели заключать договор о поставках газа с крымскими предприятиями. Владимир Путин рассмотрел это обращение и, исходя из гуманитарных соображений, поручил проработать вопрос о возможности обеспечения подобных поставок, чтобы помочь жителям Геническа пережить сильные морозы. Глава Крыма, комментируя ситуацию, подчеркнул, какими бы ни были отношения между странами, люди страдать не должны. Дело в том, что и в прошлом году Крым поставлял Геническу газ в сложный период, когда резко понизились температуры. В прошлом году поставили около 330 тысяч кубометров газа Геническу. В этом году точно так же, когда поступило обращение о том, чтобы помочь нашим соседям в сложный период, я доложил руководству страны, соответственно, президент принял решение поставки осуществить.